Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. На территории Беклемишевского лесничества в районе села Преображенко прошли сборы лесопожарных формирований, в которых приняли участие 24 команды, представители филиалов Краевого Забайкальского лесохозяйственного объединения и территориальных отделов Гослесслужбы. Ну, эти соревнования они проводятся ежегодно, должны проводиться. У нас в районах, в каждом районе проводится в начале весны, проводятся подобные соревнования, а потом... После пожароопасного сезона, после весны, после окончания лета, где-то в конце лета, в начале осени, должны проводиться вот такие вот межрайонные соревнования, краевые. А проводятся они для того, чтобы сплотить коллектив в первую очередь, потому что люди зачастую приходят новые, люди работают в районах. В этом году у нас осуществлялось взаимодействие между районами. Скажу прямо, оно было... Иногда оно не совсем получалось, потому что люди не понимали, как можно с одного района поехать в другой, выполнять там задачи. Сейчас, когда мы делаем такие мероприятия, они показывают, люди, когда общаются друг с другом, они объединяются, они видят, что они работают над одной задачей, над одной целью. На протяжении нескольких дней участники демонстрировали свои профессиональные навыки по обустройству лагеря, использованию средств радиосвязи, работе с пожарной автомашиной, мотопомпой, ориентированию на местности. Членам команд пришлось на скорость расчищать завал при помощи топора и пилы, тушить условный очаг пожара при помощи ранцевого лесного огнетушителя и воздуходувки. Бревно распилить, разница существенная. То есть кто-то гораздо быстрее, кто-то просто долго. Элементарно, это развод у пилы, да, зубьев. Это очень важный момент. Заточка топора, разрубить эти завалы все при тушении пожара, тоже очень важно. Работа с ранцевым опрыскивателем. То есть кто-то быстро работает, кто-то медленно. Его надо отрегулировать, надо уметь, надо знать. То есть сегодня у нас люди вот так вот поработали, посмотрели, подошли к тому, кто лучше. Поучились, переняли опыт. В ходе соревнований участники периодически выезжали на тушение пожаров, которые в то время бушевали на Высокогорье, в Севеково и на Яблоновом хребте. Мы уже здесь на соревнованиях два раза ездили на пожар. Люди у меня устали, получается. Мы приезжаем вечером поздно. С утра у нас эти эстафеты. Эстафета заканчивается, опять едем. Люди не спят практически, в будке живем на колесах. По итогам сборов первое место заняла команда Нерчинского филиала Забайкаллесхоза. Им был вручен приз от губернатора Забайкальского края, сертификат на квадроцикл. И от Гослесслужбы края и Забайкаллесхоза лодка с двигателем и водометом. Мы хотим подготовить профессионалов высокого класса, чтобы они могли у нас успешно бороться с лесными пожарами, улучшать экологическую обстановку в крае. Вот. Непрофессионал, он, значит, мало того, что, значит, он не способен этим работать и заниматься, он еще, и вот это непрофессионализм, он приводит к тому, что к массовой гибели лесов. А мы стараемся, чтобы у нас были профессионалы высокого класса. Вот. И думаю, что за ближайшие 2-3 года мы, значит, профессиональный уровень значительно поднимем до, ну, требуемых, значит, у нас, ну, как сказать, до наших требований. На втором месте оказалась команда Читинской авиабазы, которая неоднократно ранее завоевывала призовые места. Третье место заняла команда Акшинского филиала. Александра Леонтьева, Лиана Сейдхалилова, Анна Хвостова. Специально для Забинфо.ру.